Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я сейчас приехала на реснички, я не буду наращивать, а сделаю снова ламинирование. А у нас было солнце, поэтому я в очках, но куда-то оно подевалось. Ну и слава богу, что я в очках, потому что ночь выдалась веселая, в негативном смысле этого слова, потому что с Микусей все было хорошо уже на протяжении 2 дней, и нам ветеринар сказал, что... Окей, да, а она ночью начала снова пищать, я полночи с ней бегала на улицу, спала рядом с ней, и утром мы быстро позвонили ветеринару, нас согласились принять попозже, я как раз успею закончить со всеми своими делами, и потом отправимся к ветеринару. У нас завтра еще и праздник, и, наверное, даже, вы знаете, счастье в несчастье в том, что это произошло с пятницы на субботу, потому что завтра, я даже не знаю, наверное, есть какие-то лечебницы, но пока что... Мы не попадали в такие ситуации и искали бы, куда обращаться. Если вы знаете какие-то хорошие ветклиники в Кракове, обязательно поделитесь со мной в Инстаграме или здесь в комментариях. Пожалуйста, я буду искренне признательна, потому что у нас собака не так давно, 5 месяцев получается, и мы ходили к ветеринару только, ну, там, как-то планово, да. Так как я проснулась пораньше, можно сказать, не ложилась. Кто рано встает, тот много успевает. Я детей накормила и успела сделать закупку продуктов на завтра. У нас вообще в воскресенье почти все продуктовые магазины закрыты, и завтра буду готовить праздничный обед. Кое-какие интересные продукты нашла. В магазине не было много людей, на мое удивление, и если я успею, то мы еще и с вами все распакуем, покажу, что можно купить у нас в Лидле. Это в основном продуктовый магазин, но там бывают разные такие акции, где что-то для дома можно приобрести. Я нашла 2 пары детской обуви на зиму, ну, чтобы бегать там где-то рядом с домом, чтобы не жалко было. И вот на $100 я купила и продукты, и детскую обувь, какие-то деликатесы. Все, заканчиваю болтать, бегу на реснички, и моя макияжная жизнь станет проще. Приехала домой. Ревизия покупок. Ну-ка, ищи свои ботинки. У меня здесь 4 пакета. Ну, доставай, доставай. Вижу, что чек у меня все-таки меньше $100, и обувь потянула где-то 1/3. Давайте рассмотрим, что у меня здесь. Взяла целую утку, она уже нафарширована яблоками и натерта приправами. Когда я знаю, что я буду готовить много и разнообразно, иногда прибегаю к таким решениям. Здесь бургеры, это телячьи бургеры. И я, допустим, один не могу съесть, а делю себе напополам. И тоже вот одного такого большого хватает на 2 мальчишек. Взяла 2 упаковки. Также из мясного здесь свинина и куриное филе. Причем они большие, тоже хватит, например, на целый обед для семьи. Буду завтра готовить суп из цукини, крем-суп. Сразу все подготовила, где-то потерялась моя хурма. Пойду искать в машине. Здесь у меня также для выпечки фольга и пленка специальная, пищевая. Я не знаю, почему у нас практически зимой продают спаржу, но захотелось. Так что, видите, это не основной набор продуктов, а вот так и на праздники, что-то там пообедать, что-то приготовить. 2 пачки яиц, молоко, 3 пачки вот такого, это не творожок, а типа как сырок. Я буду класть его в свой крем-суп. Это голубика, очень большая упаковка, и она обычно у нас не дешевая, поэтому тоже потянула. Панировочные сухари, капуста, буду делать свой фирменный салат. Большая палка колбасы, это салями, мальчики любят. И обычно вот эта линейка классная, Deluxe называется в Лидле, поэтому сразу взяла большую. 2 лайма, так как у меня где-то здесь еще авокадо, буду делать гуакамоле, брюссельская капуста, у нас Игнаша очень любит, несколько йогуртов, это я планирую печь блинчики, и обычно подаю их с джемом и с вот таким йогуртом, типа как сырок, что-то такое ванильный. Это я хочу приготовить запеканку, тоже будет ужин для мальчиков. Еще буду готовить соус чатни из манго, поэтому у меня много лука розового и сразу 2 манго. Тоже раз в месяц приблизительно готовлю, получается большая баночка и хватит тоже надолго. А манго я сказала, чеснок закончился и яблоки. Мандарины были дома, так что не покупала. Это для нас сейчас полный must-have. И также тростниковый сахар. Это вроде бы все назвала, но вы и так все видите. И я хочу сказать, что из этого всего, у меня еще есть картофель, рис, там всякие крупы.
дома, поэтому я могу прокормить спокойно несколько дней свою семью и также могу принять гостей из вот такого набора продуктов. Захаркина взяла вот такие, чуть ли не взрослые, огромные, 33 размер. Внутри они утепленные, здорово, что не на каких-то там шнурках. Это Игнашкины, у него прям прорезиненные и не будут намокать так быстро, да, Игнат? Как ты умеешь намочить? У нее была у доктора, она чем-то отравилась, при том, что мы не даем ей ничего грызть. На улице я без понятия, не хочется думать о плохом, что вдруг ее кто-то там отравил через забор, но сказали, что все будет хорошо. Назначили лекарства, укол укололи, да, Игнашка? Сказали, что ничего страшного, что ребенок поправится. Так что я все равно переживаю, пока ей не станет совсем хорошо. Я, конечно, буду волноваться, потому что это наш полноценный член семьи. Игнашка вот тоже лежит с ней. Я пришла, просто тоже переживают за свою собаку. Игнат всегда говорит, что это его собака в первую очередь. Так долго ты выпрашивал, да, Игнаш? Несколько лет. Хочу собаку, хочу собаку. Вот есть собака теперь. Отдыхай, лапочка, отдыхай. В холодильнике тоже не мешало бы навести порядок. Как видите, у нас не совсем пусто. Но когда бросаешься что-то готовить, то готовить особо нечего. Здесь у меня также есть и разные овощи, самые необходимые, цветная капуста, какие-то помидоры, и даже грибы и капуста. Поэтому, ну, не совсем мышь повесилась, как видите. Я такого не допускаю, потому что, когда есть дети, постоянно нужно иметь что-то про запас. О, когда все так разложила, она там смотрит мультики какие-то о полиции, я так понимаю. Мы знали, что холодильник будет меньше, чем обычно, но тем не менее, когда все поскладываю, что даже есть свободное место. Вот так. Пока меня не было, тут были серьезные игры, я вижу. Сложили железную дорогу, она из Икеи, кстати, очень классная, уже столько лет мальчишки играются. И был движ. На осень покупала мальчикам ботинки, вот такие игуана, они сделаны из кожи, это то, в чем они ходят в школу, у Захара сейчас были другие, вот, но новенькие есть у Игната, только коричневые, он уже ходит, не натирает ножки и ногам также не жарко. Здесь, конечно, нет какого-то супер утеплителя, но все равно хоть что-то присутствует, типа как ткань такая, еще что-то внутри мягкое вставлено. Помимо шнурков, вот самое главное, это застежка, потому что это крайне неудобно, когда дети сами начинают завязывать ботинки, и потом они развязываются, эти плотненько затянем и будем ходить. Тоже такие большие, как это все поместится у нас в прихожей, я пока что не знаю, но другого выхода, как обувь для дома и для школы, я пока что не нашла. И понятное дело, по сезонам все разные. Вот здесь сбоку, где мы, в принципе, редко проводим время, мы решили достроить такую небольшую будку, как бы ростом с человека, в которую можно дойти. Заказали ее, ждем, когда она приедет, потом покажу. В общем, мы там будем хранить наши велосипеды. Я думаю, что мы купим чехол на мангал, потому что Мика его потрепала. Пока что она съела мои ботинки и вот этот чехол. А так все целое. Видите, тут тоже гортензии уже так победнели. Все лишнее убрали. В общем, ждем эту будку, нам станет гораздо удобнее, потому что в гараже на одну машину с велосипедами для четверых, с лыжами совсем тесновато. Перед домом у нас также есть вот такой небольшой участок. Я в широких брюках, и кажется, что у меня просто ноги как у слона. В общем, я думаю, чтобы здесь сделать на весну, возможно, тоже какую-то типа зону отдыха. Хотя скажу вам честно, что здесь мы не так часто сидим, так как здесь все-таки тень, и тоже думаем, как бы, знаете, обустроить вот эту территорию, чтобы она не пустовала. Хотя я не могу сказать, что прям пустует, и когда-то через несколько лет все-таки вот это все зарастет и получится такая зеленая изгородь. Хоть у нас и небольшой участок, 6 соток, но, как я люблю говорить, все наши. И, в принципе, этого места нам вполне хватает. Попробую еще поухаживать за большой территорией. Здесь на столе стоят цветы, и Томик еще принес подсвечник. Думаем поменять на весну еще и мебель, потому что Томик ее испортил, и, к сожалению, не получилось ее реанимировать. И вот это стекло на стол вообще не работает.
с акцентом Томака. Ну, потому что, видите, под низ забивается грязь, и как-то и не туда, и не сюда. Непонятно, уж лучше без него, чем с ним. Подсмотрели у соседей, но нам такой метод не подходит. К слову о порядке. Помните, я вам говорила, что это выдвижной ящик, просто как врата в ад. Ну почему они все сюда лазят? Почему постоянно кто-то что-то отсюда вытягивает, и здесь вечно беспредел? Вот сложу, и через день опять то же самое. Ёшкин кот. Как такое возможно? Ну вот что здесь можно искать мужчинам? Фух, на больший порядок меня сегодня больше не хватит. Но если завтра я открою эти врата в ад, и здесь будет беспредел, я кого-то убью. Как я и говорила, сегодня в гости приходит мама, папа Томика и также брат. В таком узком семейном кругу будем обедать. И помимо основного блюда, там, с гарниром, с салатом, я также решила приготовить суп. Тем более, что Игнашка просил. Он у нас, как вы знаете, поедатель овощей и фруктов. Ему очень нравятся крем-супы. Сегодня буду готовить крем-суп из цукини. У меня где-то 700 грамм или даже чуть больше. Помимо этого нам понадобится лук, чеснок, соль, перец по вкусу, вода. И также можете взять или такой кубик овощной. Я свои покупаю на iHerb, но если у меня есть время, то я сама иногда делаю вот такой концентрат. И у меня как раз достаточное количество для супа. Где-то, ну, такая большая чайная ложка сверху. И также можете использовать или сметану, или сырок, типа как Филадельфия. И в рецепте из Thermomix там небольшое количество, но я люблю, когда суп такой более кремовый, поэтому я буду использовать практически всю упаковку. Очень вкусно с сухариками. Супер просто готовится. Давайте начинать. Я готовлю в своем приборе, но если его нет, вообще не беда. Главное, чтобы у нас был блендер, потому что в самом конце будем делать крем-суп из всего того, что мы сварим. Для начала измельчаем лук и зубчик чеснока. В кастрюльку складываем лук, чеснок и цукини. Можете нарезать помельче цукини, но я оставлю так. Заливаем пол-литра воды, овощной кубик или концентрат, если он у вас есть. Возможно, он где-то продается. Чайную ложечку соли. Перец по вкусу, я обожаю вот этот, он получается свежемолотый и очень ароматный. Доводим до кипения и варим 15 минут. Я вот переменчивая натура, все-таки взяла половину упаковки этого кремового сырочка. Если он у вас не жирный, то есть не такой, как Филадельфия, можно еще грамм 10 масла кинуть. И теперь хорошо все перемалываем при помощи ручного блендера. Вот такая консистенция супа получается. Если вы любите погуще, то используйте меньше воды, прям вот только стакан, и чуть меньше соли, чтобы не слишком соленый получился. Так как я буду подавать сухариками, то мне как раз вот такая консистенция и нужна. И если вдруг так получится, что очень-очень жидкий суп, то немножко на сковородке поджарьте муку на сливочном масле, чтобы она только стала румяной. Добавьте и еще раз хорошо все размешайте блендером. Это спасет любой крем-суп, он станет гуще. Почти все готово, я по традиции. Есть два варианта, или ты встречаешь гостей в халате, или жаришь котлеты в жакете. Я выбираю второй сегодня. Чакай, ту есть качка. И уточка тоже. Томик, посмотри, как ты любишь. С корочкой. Все уже поразъезжались, теперь поубираем еще после чая кофе пития, и потом особых планов нет, будем сидеть перед телевизором. Вот такой вечер воскресенья. Все обещаю вам показать ресницы после ламинирования. Сейчас, правда, они накрашены, но всего в один слой. И до этого у меня отрастали реснички, и мне довольно сложно было как-то их уложить. И сейчас буквально там раз-раз, и все готово. Я такую процедуру делаю не часто, вообще второй раз в жизни. Тогда это было где-то 1 или 2 августа. То есть, как видите, времени прошло много, и я думаю, что это особо как-то не травмирует ресницы, если делать большой перерыв. Сейчас, кстати, покажу вам одну очень классную бюджетную тушь, которая и с хорошей кисточкой, формула у нее классная, такая влажноватая, как я люблю. Со временем она, наверное, станет гуще, но, тем не менее, дает очень-очень красивый эффект на ресницах. И при том, что я сегодня стояла у плиты, я сначала накрасилась, а потом начала готовить, и ничего нигде не осыпалось, не размазалось, для меня это большой показатель.
Вот, и также прошел целый день, поэтому могу сказать, что тушь еще и стойкая. А что-то еще? А, хотела поделиться с вами, была на днях у косметолога. Я где-то раз в 4 месяца, раз в 6 месяцев делаю чистку лица. Смотрю по состоянию кожи на самом деле, когда у меня какой-то стресс, там перед днями X, бывают какие-то высыпания. Если я звоню своему косметологу Ане, то это значит, что на лице караул. И также я поменяла уход, что-то там, ну, в общем, не особо меня устраивало, поэтому я поехала к ней, сделала механическую чистку, и все прекрасно. Также решилась на процедуру. Кстати, многие писали, что довольно спорная, и кто-то за, кто-то против, но я доверяю своему косметологу, и она никогда не сделает лишнего, никогда не делает ничего хардкорного, она всегда больше отговаривает от того, чтобы что-то сделать, чем предлагает и навязывает. И мне кажется, что это здоровый подход. Также у нее есть медицинское образование, она доктор, поэтому если вы ищете хорошего специалиста, то в Кракове могу посоветовать, и я много раз говорила об этом. Никогда не сотрудничаю по бартеру, не хожу бесплатно по салонам. Если вы внимательно проследите какие-то мои упоминания мастеров, то я всегда хожу к одним и тем же, не меняю, не экспериментирую и редко доверяюсь чужим рукам. Я решила пройти курс РФ-лифтинга где-то, ну, посмотрим, сделаем 6 процедур, и думаю, что, наверное, этого будет достаточно для укрепления овала лица и также для того, чтобы кожа была более упругой и эластичной. Имеет значение, на каком аппарате будете делать, у кого его будете делать, и своими результатами, и вообще понравилось, не понравилось, я обязательно поделюсь с вами чуточку позже. Но пока что после первой процедуры могу сказать, что нет никакой прям такой заметной реабилитации, то есть кожа не облезает, она не красная. Спустя несколько часов я выглядела как абсолютно нормальный человек, там никого не шугала. И также просто единственное, что очень сильно хотелось пить, что и так рекомендуется после этой процедуры. Ну, не знаю, не хочу вам прям советовать, знаете, идти обязательно делать всем. Во-первых, всегда все по показаниям, во-вторых, ищите хороших специалистов и, конечно же, читайте противопоказания, кому это нельзя, и также, ну, о самой процедуре лучше поинтересоваться. Ну, я вот сделала первую процедуру, после первой, конечно, говорят, нет каких-то супер-пупер видимых результатов, как, знаете, бывают там фотографии до и после, но вот после всего курса я обязательно расскажу вам, понравилось или нет. Сейчас принесла свои покупки, какие-то новиночки. Давайте начнем с туши. Вот такая. Это Белор Дизайн, черный корсет. Очень классная силиконовая щеточка. И очень здорово вытягивает реснички. Мне нравится. На губах у меня очень комфортная кремовая помада с таким сатиновым финишем. Вот она абсолютно правильно называется. То есть и не матовая, и не то чтобы совсем кремовая. Добавила еще какой-то карандаш, даже не помню какой. И сегодня вот второй раз ее после обеда обновила, и она хорошо держится даже после кофе. И это у меня очень красивый оттенок в номере 12. Правильно говорю? Да. Супер классная, бюджетная, и нет никакого неприятного запаха. Если ее упаковать в какую-то люксовую упаковку, по качеству я вообще не заметила какой-то разницы. Была в магазине и купила очень классный спонж, он тоже недорогой. Это уже польский бренд, называется Ibra, как-то советовала вам. Не слишком пористый, при этом мягкий, не проглот. И сейчас у меня нет возможности где-то купить шик. Они тоже обалденные, но в Польше покупаю чаще всего вот эту штучку уже который раз. Есть также классные польские кисти, они продаются онлайн. На Мейкапе я их точно видела. И у меня есть всего одна кисточка, и я решила взять еще из натурального ворса. Это бренд Hulu. Очень удобная форма, вот такая. Сейчас распакую. При помощи вот таких двух кисточек я могу сделать абсолютно любой макияж. Та, которая поменьше, это P68, и побольше Pro 45. Вот этой большой можно и рассушевывать, и наносить тени. Я обожаю такие формы. Еще раз повторюсь, это бренд Hulu. Помимо этого, то, что у меня сегодня на глазах, это вот такие кремовые тени. У меня есть оливковые. Ни разу вам их не показывала, но покупала уже давно. Очень нравится текстура и супер красивый такой пыльно-розовый оттенок в номере 02.
они очень просто растушевываются, они так классно растягиваются, у них супер пигментация, их надолго хватит, поэтому если вы за простые макияжи, если вы любите что-то такое в виде кремовых теней в качестве подложки, то советую присмотреться, это не тени, это огонь. И тоже, если вы визажист, красите других, то вам на заметку этот оттенок подойдет очень-очень многим. И еще была у Марго, делала реснички, кстати, она мне также подровняла брови, так что сегодня просто уложила гелем и очень-очень удобно. Классно, мне нравится. Так вот, она является еще и дистрибьютором косметики Beauty Drux в Кракове. И она мне как-то подарила маску для губ. Она тоже очень хорошая. Я пользуюсь тем средством. И решила взять еще на пробу вот такой крем под глаза с этой улиточной слизью. Вот только купила, ничего пока что не могу говорить о том, как он работает, вообще работает ли. Заплатила 140 злотых, вот столько он у нас стоит, и супер большой объем. 30 мл, вообще масса не перемасса. Какой сегодня сонный день. Я еще только что пообедала, вообще приготовила ужин малым, а для меня это был как раз обед. И сейчас вот так хочется прилечь и просто вздремнуть хоть пару минут, прежде чем нужно будет ехать за ними в школу, в садик. Это все находится рядом, поэтому удобно очень. Но я понимаю, что если я сейчас не начну, то до конца выходных я все равно это не сделаю. И снова по кругу, снова придется как-то выкраивать время для не совсем любимого занятия. Я не люблю складывать вещи. Я люблю, когда порядок в гардеробе, и, в принципе, я не могу жаловаться, но вот когда нужно убрать летние вещи и разложить все осенне-зимние, более теплые, сделайте это кто-то за меня, пожалуйста. Еще нужно перебрать те вещи, которые я не носила летом, получается, или те, которые морально устарели, и я уже неохотно надеваю, и отдать это девчонкам, чтобы они просто, знаете, не лежали без дела. Потому что мне жалко смотреть на то, как что-то, вы знаете, без любви, ласки, без нужды. И вообще, когда что-то вот просто так пылится в гардеробе. А, вот, так что сейчас я берусь за работу. Буду наводить порядок в шкафу. У меня, к сожалению, шкаф не настолько большой, чтобы поместить все вещи сразу, и осенние, и зимние, поэтому я сейчас достану свой органайзер, я уже забыла, что у меня там из зимних вещей, но там в основном какие-то прям реально теплые вещи, шерстяные, а мне нужно поубирать сарафанчики, платьица, я думаю, что в ближайшем времени мы в теплые края не поедем, очень-очень жаль. Ну, вообще-то, как бы, с тех пор, как началась школа, мы были готовы к тому, что закончатся наши поездки где-то в ноябре, у нас нет детских каникул, школьных каникул, до праздников новогодних, до Рождества, и вот с Рождества, начиная, там уже после Нового года они снова идут в школу. Это при условии, что у нас снова не начнется карантин, так что сейчас вообще не актуально то, что я сказала, потому что с дня на день все меняется, видите, я с вами уже болтаю 3 минуты и все оттягиваю, оттягиваю время, лишь бы только не складывать. Скажите, что я не одна. Люблю вот это все перебирать. Скажите, пожалуйста, чтобы мне не было так грустно. Микуша, ну хоть ты у меня моральная поддержка. Даже если ты будешь рядом спать на любимом тапке, ты, конечно, молодец, не жрешь его. Нагулялась, наелась косточек, мяско ей тоже дала. И все. Это любимое занятие Мики. И тапочек под носом, просто сладких снов. У меня сразу даже лучше стало настроение, когда я увидела свой любимый костюмчик. Это, кстати, костюмы у меня из Эс-Элиры. Они до сих пор в хорошем состоянии. Видите, не скатался. При том, что если пересмотреть мои влоги с прошлого года, то заметно, что я из него не вылезала одно время. Тоже есть у меня и светленькие, и серые, и красные. Да, они тепленькие, шерстяные, вот этот просто акриловый, а вот эти уже с шерстью. Серому несколько лет, уже третий год получается будет, и он немножечко подскатался, но скажу вам честно, что я как-то особенно с ним не обходилась, я его стирала в стиральной машинке, вообще он прошел огонь и воду и медные трубы. Ми, не жрём костюм, не. Я знаю, что тут такие вкусные шнурочки, но нет, пожалуйста.
Еще вот теплый свитер тоже с шерстью, правда, с открытой спиной. Смотрится очень красиво, с килотами люблю носить. Ой, жакет мой шерстяной из Зары. Тоже была какая-то типа лимитированная коллекция, только онлайн доступна. Короче, берусь за работу, потому что, как оказалось, не все так плохо. Во время разбора гардероба, расхламления, я стараюсь взять каждую вещь в руки, покрутить ее, подумать, сколько раз я надевала ее за этот сезон, до сих пор нравится она мне или нет, прилично она выглядит или пора отправить ее на пенсию. А здесь я вот нашла жакет, которому уже несколько лет, он из Massimo Dutti, он был очень красивым. Я носила его много раз, и мне было сложно с ним попрощаться, но объективно я вот глянула на себя в зеркало и поняла, что он уже просто износился. Вот знаете, его не спасет ни одна химчистка, просто видно, что вещь очень сильно и долго служила. Поэтому говорю ей пока. То же самое произошло с такой накидкой, которую я заказывала давно-давно на китайском сайте. Она, кстати, из очень классной ткани, но она всегда нравилась моей подруге, поэтому я отложила ее для нее. Сарафан, который я покупала 2 года тому назад, я носила его все лето, практически не снимая, но за это лето не надела его ни разу, поэтому думаю, что передам девчонкам. У меня нет какой-то специальной уникальной системы хранения вещей, я просто стараюсь максимально все развесить, и те вещи, которые убираю, я всегда аккуратно складываю и, так как сказала, сложу все в органайзер. Я хотела бы ответить на очень популярный вопрос. Вы часто спрашиваете, откуда наш шкаф, не из Икеи ли он случайно. Таких шкафов вы не найдете в Икее, их нужно делать под заказ. Я как-то увидела картинку на Пинтересте, когда мы делали ремонт, и заказала нечто похожее, но только все как бы сама распланировала, где я буду что вешать, какая высота мне нужна. И ну, вот приблизительно так и получилось, и вообще-то мне удобно. Там, где низкие шкафчики, я храню вещи, которые я могу сложить, а где помещаются длинные платья, я все это развешиваю. Хотела вас предупредить, если вы также любите складывать вещи друг на друга или храните их в органайзерах, никогда не кладите темные вещи из эко-кожи на светлые, потому что может приключиться такая история, как со мной. У меня это случилось впервые, и я расстроилась, потому что это одни из моих любимых леггинсов. Я случайно наткнулась на них в прошлом году и носила с огромным удовольствием. И вот теперь ничего не поделаешь. Нужно их выбросить. Я, конечно, все поскладывала в органайзер, именно летние вещи, да. Единственный вопрос. Куда девать все костюмы и летние жакеты? Хорошо было бы это повесить, вот только места у меня уже нет. Не хочется трамбовать все в шкаф, может, вы мне подкинете идейки. Может, в Икее какие-то чехлы есть, чтобы, знаете, упаковать, чтобы пылью не припадало, и куда-то сложить, хотя бы так. Это кучка вещей, которые я выброшу. Там юбка с очень большими затяжками, никак это нельзя исправить. Пижамы, купальники, такие вещи я не отдаю. И выстиранная футболка, а это леггинсы, на которых отпечатались черные леггинсы. И я их так сильно любила и видела, что в Заре в этом году тоже есть красивые молочные леггинсы из эко-кожи. Но там как-то шов так неудачно был сделан. Я померила штуки 3, и, к сожалению, они сидели не так, как мне хотелось бы, поэтому я ушла без них. Вот дурацкая привычка срывать этикетки и потом оставлять шнурки. Я не знаю, как с этим бороться, но у меня часто такое. Еще я могу забыть снять этикетку. А это то, что я буду отдавать. Я еще все аккуратно поскладываю. Здесь и рубашки, и жакеты, и много разных вещей, платьица. Ну, слава богу, что есть кому отдавать. Наконец-то я закончила, я довольна результатом. Здесь я поскладывала самые часто надеваемые джинсы. Это у меня черные брюки, там и кюлоты, и суперстарые какие-то классические брюки, которые, возможно, когда-то пригодятся. Вот дурная привычка абсолютно, но я никак не могу с ней справиться. Также кожаные изделия, для которых сейчас как раз сезон. Здесь у меня висят нарядные костюмы. Какие-то платья, жакеты. Я человек жакет, у меня их много. И вот этот желтенький я планировала убрать, но потом подумала, что я его так сильно люблю, буду носить по настроению. Дальше у меня здесь какие-то длинные костюмы, длинные комбинезоны, платья. Ну, в общем, как всегда, такой микс. Но здесь более нарядные вещи.
С этой стороны я разложила вещи, которые я ношу чаще. Мои повседневные трикотажные костюмы. Обожаю что-то уютное, комфортное дома. Еще там сзади запрятан красный. Внизу лежат юбки миди. Сюда я поскладываю свитера, примерку которых я должна еще снять. И здесь у меня толстовки. По-хорошему нужно было бы отдать и вот эту белую Levi's. Но я ее так люблю, и пока я не найду замену, это уже немножечко скаталось, может даже на камере незаметно, но она реально уже, знаете, свое отслужила. Нужно ее обновить. Мои толстовки на Китано. Во всякие поездки люблю их надевать. Я думаю, что на eBay или где-то на Амазоне можно их найти. Сейчас у нас в Польше крайне редко встречаю их в продаже. Здесь же остальные толстовочки и рубашки. Куртки джинсовые решила не убирать, хотя осенью и зимой я их ношу, конечно, редко, когда холодно. А это сборная солянка рубашки. Повесила отдельно. Есть еще и с короткими рукавами летние, но уже не стала их складывать. Они не занимают много места. И внизу тоненькие свитера в основном, помимо вот этих двух, но они легкие, они не деформируются. Отвешала, помните, вот этот красивый такой васильковый из Страдивариуса. Обожаю его, и как-то так даже приятно вспоминать о зиме, когда я его вижу. Ну и тоненькие свитера, просто тоже на каждый день к джинсам. И куча-куча свободных вешалок. Это меня очень сильно радует. Сегодня у нас девичник с девчонками. Мы будем праздновать день рождения одной из моих подруг. Я кое-что купила ей на подарочек. Давайте рассмотрим. Моя подруга хотела символические подарки. Сказала, что ей будет необходима маска после вечеринки. Я вам говорила, что мне самой нравится такая гелевая от Lancôme. Поэтому и ей купила. И также она хотела себе фиолетовые тени. Она девушка смугленькая. И когда я начала просматривать все палетки в Sephora, оказалось, что нет красивого именно такого цвета. Я видела, что она таким пользуется. И консультант пыталась мне помочь, но я сама нашла в итоге тени в номере 16, правильно? Правильно, от бренда Sephora. Они очень кремовые. Моя подруга не пользуется кисточками для макияжа и не особо умеет краситься. Говорит, что все наносит пальцами. Я попробовала, действительно, очень насыщенно передается красивый цвет. И я подумала, что это будет очень скромно, поэтому взяла ей блеск, который мне тоже нравится, только у меня был в другом оттенке. Это Dior, как видите, их самая последняя линейка. И оттенок 785. Он на губах светлее, но подружка смугленькая. И у нее сами губы очень красивой формы, очерчен контур. И на ее темных по оттенку губах это будет смотреться очень красиво. Хотя я вообще другой от внешности, и на мне тоже очень здорово выглядит. Так что это вот такой подарочек для нее собрала. Я уверена, что всем она будет пользоваться. А себе я взяла праздничный наборчик Fenty. У нас уже начали появляться какие-то подарочные сеты к Новому году, как я поняла, к Рождеству. И эти оттенки не представлены в обычной коллекции, в постоянной. Их я люблю не меньше, чем Dior. Я выбирала между Fenty и Dior, но мне показалось, что оттенок, который я подобрала для нее, больше ей подойдет. Вот эти блески очень хорошо увлажняют губы и восстанавливают, так же как Dior. Ну, короче, мне захотелось купить вновь вот эти, потому что у меня мой закончился. И на удивление, в Sephora дали классные подарочки. И за мои небольшие покупочки мне дали еще два подарка в Sephora. Это косметичка, тоже такая веселенькая. И я ничего не приобретала в марке Eisenberg, но мне положили шелковую повязку для сна, брендированную. Я думаю, что я тоже это добавлю Монике в подарок. Еще порою в своих запасах, может, найду что-то интересненькое. Кстати, вторую часть влога я снимала около месяца тому назад, но нигде не могла найти карту памяти, поэтому публикую только сейчас. На сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, я всегда с огромной любовью снимаю для вас влоги и буду благодарна вам за поддержку. А на этом пока-пока, до новых встреч, уже совсем скоро.